Еще вина. Бутылку красного. Правда? А я так не думаю. Нет, нет, нет. Если я признаю вину, мне дадут 2 года и 8 месяцев. Нет, мы будем бороться. Я спорю обвинение, мне светит 7 лет. Ты не виновен. Выходи. Кажется, нас собрали ради чьей-то жестокой забавы. Здесь ты перед выбором: стать борцом или жертвой. Мне до фени твои проблемы. Тебя переведут в мою камеру. Посмотрим, на что способен белый парень. Запомни, теперь твоей судьбой управляю я. За безопасность надо платить. Придется тебе замарать ручки, как и все. Давай! Эти места созданы для того, чтобы ломать. Ломать таких, как мы. Они сломили тебя? Зачем ты участвовал в мятеже? Есть правила тюрьмы, а есть правила банды. Банда — это святое. Добро пожаловать в братство. Зверь приказал этому парню, Джейкобу Харлану, провернуть сделку с оружием за 2 суток. Это тебе. Я не возьму эти грязные деньги. Я не увижу тебя 7 лет. Я же сказал не брать его с собой. Думал, на воле ты сможешь выйти из дела? Нет, только вперед ногами! Теперь слушай меня.